Часто подписчики и зрители задают вопросы, для чего вы снимаете сливки с сыра, а что вы с ними делаете? Ну, снимаем их в первую очередь для того, что сыры долгого срока вызревания, они все-таки должны делаться без сливок. Но это отдельный разговор и отдельная тема. А вот что мы с ними делаем? Очень просто. Мы делаем две вещи. Мы делаем домашнюю сметану и домашнее сливочное масло. После того, как я попробовал домашнее сливочное масло, первый раз мы его сделали, я уже реально магазинное есть не могу. Зато с домашним сливочным могу просто с домашним хлебушком бутербродиков 5 есть. Честно, очень вкусно получается. Ну и, собственно говоря, кажется, что сливочное масло — это какая-то высшая математика. На самом деле все очень просто, друзья. Мы сейчас покажем вам, как его сделать. Будем использовать наш миксер. Но если у вас нет такой страшной машины, совершенно не пугайтесь. Подойдет и миксер, который есть в любом кухонном комбайне, и обычный ручной миксер, ну, который просто берется в руку с двумя венчиками. Конечно, ниже опуститься нельзя, вручную взбить масло будет очень сложно. Ну, собственно говоря, мы будем делать с помощью вот такого вот миксера с планетарным механизмом. Это наше новое приобретение. Как бы очень классно работает. Но я же говорю, совершенно любой миксер вам для этого подойдет, друзья. Итак, вчера мы делали сыр сулугуни. У нас есть литр сливок, по-моему. Да, литр у нас есть. И вот сейчас мы из литра сливок приготовим сливочное масло. Итак, друзья, для того, чтобы приготовить сливочное масло, мы используем сливки, как я уже говорил, которые вчера собрали при приготовлении сыра сулугуни. Вливаем эти сливки в чашу для миксера. И включаем наш миксер, то есть наша машинка сейчас работает в режиме «мы миксим», миксера, включаем для того, чтобы взбивалось масло. Как правило, процесс приготовления масла занимает около 10-15 минут. Мы начинаем его взбивать, и первое время ничего не происходит. Ну вот, собственно говоря, начнет когда появляться масло, я сниму верхнюю крышку и покажу, как оно взбивается. Вот, друзья, вот таким вот образом работает этот миксер, происходит процесс взбития, и тут надо запастись терпением. Конечно, ручной миксер в данном случае самый неудобный, потому что вам его придется минут 15 так точно держать в взбиваемых сливках. Ну, а дальше мы ждем где-то 15 минут, и как только начнет образовываться масляный сгусток, я включу камеру и покажу вам это волшебство. Прошло около 20 минут, друзья, и видите, масло начало отделяться. То есть сыворотка, ну, появляются комочки, и сыворотка как бы отдельно, а эти комочки сейчас будут взбиваться в отдельную штуку. Еще несколько минут, и мы получим практически, вот видите, уже видно хорошо, там плавают кусочки масла. Еще несколько минут взбивания, и мы получим практически однородный кусок масла, наверное, так скажем. Хочу показать, мы специально остановили машинку. Залезь туда ложечкой, покажи масло. Вот, видите? Оно уже практически полностью отделилось от сливок. Еще несколько минут взбивания, и оно превратится практически в единый комочек. Совсем забыл сказать, друзья, пока мы сейчас будем завершать процесс, надо подготовить мысочку с ледяной водой, но с очень холодной, для того, чтобы масло обмыть от сыворотки и сформировать в какой-то кусочек масла, скажем так. Буквально еще 2 минутки, и масло как бы полностью готово. Теперь нам надо сформировать, Лариса сейчас покажет как,
сформировать кусочек масла. Снимаем, естественно, все, что у нас налипло на венчик, снимаем с венчика. Не так-то просто это сделать. Лучше сними венчик. И выми, наверное, кастрюльку, поворот. Вот. Может, тебе ложечку дать? Или руками? Туда не залезу. Ну, а то Лизе давай дадим, она ближе. Лиза, будешь облизывать? Интересно тебе такая штука? Она попробует. Собираем, как бы оно сейчас отдельными комочками такими, собираем его все в кучку, это надо делать руками. Маслице из... Ну, из чаши миксера. Сейчас Лариса покажет. Вот такой вот у нас блин получился. И в ледяную воду. И формируем какую-то более-менее удобную форму для того, чтобы ну, потом его резать было. Конечно, идеально иметь формочку и формировать брусочек. Но у нас такой формочки нету, поэтому мы такую вот колбаску формируем. Его немножко надо промыть, чтобы вот эта вот кислая пахта, так называемая. Это пахта называется, называется, да? Пахта. Кстати, пахту не надо, то есть вот эту вот жидкость не надо выливать, скажем так, в мойку. Из нее получатся очень вкусные блинчики. Или блинчики, или оладушки. Ну вот, безотходное производство. Ну вы видите, друзья, у нас реально получилось грамм где-то 450-500 масла, да? Надо будет, кстати, сейчас взвесить. Сейчас оно чуть-чуть подостынет. Угу. И после этого, сейчас мы его взвесим, я достану Ларисе весы и тарелочку. Я обнулил весы, 416-415 грамм тарелочка. И смотрим. 464 грамма. Ну, почти полкило масла у нас получилось с литра сливок. Ну вот, друзья, собственно говоря, с маслом все. Теперь ставим его в морозилку, оно замерзает. И потом наслаждаемся прекрасным вкусом домашнего маслица. На этом видеорецепт мы будем, друзья, заканчивать. Надеюсь, наше видео было для вас полезным. Подписывайтесь на наш канал, ставьте пальцы вверх, а мы будем снимать для вас новое видео. Всего доброго, пока!